Почему из 95-го и 96-го прошел только? Машинист 95-96 маршрута. Скажу сразу, на Марсистской там, скорее всего, нет оборотов, я посмотрел. Поэтому вы будете езжать до Третьяковской. Есть? Я что-то не знаю, я надо посмотреть. Я сейчас что-то не вижу, что ли? Да, есть. Сейчас разберемся. Не, у вас стрелки по маршруту, если что. Ну, смотрите, говорю, не больше 60 км в час ехать. А, ну, точнее, мы 50 больше... едем сейчас. Это едем, нормально. А помните, что это станция Марксистская, мы идем обязательно остановку. Да. Ну, точнее, конечно, ее идет машинист Дэшки, я так понимаю, даже машинист Дэшки не соображаете, как оставить остановку, или вы знаете, как электрическим торпусом. Станция. Стоп. Да, кстати, машинист Дэшкин должен останавливать их. Ну вы что, смеетесь, стоп-краном применять? Появились. Ну вы въезжайте на станцию. Зачем вы применили стоп-краны? Это не пневматическое торможение. Вы наоборот, экстренно остановите состав. И мне ехать? Нет, вы машинист Дэшики, вы как бы по инструкции, вы обязаны управлять только пневматическими тормозами, то есть у вас по сути неисправный состав. Да, то есть я не могу стоп-кран изунуть. Так, давай, доезжайте, машинист Дэшкин обязан соблюдать установку рейки первого вагона, как он, как говорится, как он там это... делает тифон, точнее отпускает тифон, чтобы знал машинист буксировки. Ну? Стоп. Так, все, к мерам остановки. Так, сейчас посмотрю. Вы пока не езжайте. Лю? Поехал, да, ну не важно. Да я поздно сообразил. Я немного туплю. Так, машинист Дэшки 95 маршрута. Вы будете смотреть с особой бдительностью. У вас будет значок, точнее у вас будет этот знак справа с цифрой 5. Вы подаете тифон, когда вы, как говорится, будете рядом с знаком 5, чтобы машинист вспомогательного состава мог остановиться. Как бы по инструкции, вы обязаны, конечно, пневматик использовать, но я так, вы не умеете это делать. Поэтому, как говорится, будет уже машинист буксира это делать.
По моей команде вы будете. По моей команде вы будете приступать. Отправляйтесь. На машине за буксир можете еще ходу чуть подать. Но не больше 20 км в час. Так, машине с буксира, у вас все что, РП на вагоны горит. Давайте, давайте еще. Но уже не больше 10. Не больше 10. Ну? Давайте не срежем маршрут. Машинист 96. Что у вас там происходит? У вас не собирается схема на ход? А почему вы не едете? Так. А пока не выходите, сейчас посмотрю. А, все нормально. Так, машине 95-го выключайте реверс. Это, а точнее, отключайте краны, вот эти там напорные тяги, магистрали, отключайте реверс. Реверс, пожалуйста, выключите. Там на Shift 9, либо просто на 9 нажмите на клавиатуре. Далее на Shift 7, чтобы вынуть реверс. Все. Так, ну, машинист Дэшки может сесть, ну, как говорится, в салон, так как он больше не потребуется. Ну, или вы можете посидеть на задней кабине. Тут уже без разницы, так как машинист шестого маршрута меняет кабину управления, и, как говорится, он уже будет ездить. Давайте. Давайте. Так, подождите, не отправляйтесь, сейчас посмотрим. Так, все, по-моему, должно быть нормально.
Сейчас. Ну, не знаю. Так, подождите, вот стрелки не по маршруту, сейчас переведем. Да подожди, я знаю, как переводить. Слышишь? Если доступ, можешь сесть в заднюю кабину и сесть. Так, 96-й, не отправляемся пока что. Девятый шестой, можете отправляться. Будьте бдительны. Еще раз повторю, не больше 60 км в час. Станции приезжаем не более 35 км в час. Наблюдаем за светофорами. На станции Новогиреево останавливаемся. Машине 95-го. Не забываем сделать тифон на станциях. Точнее, машине 96-го маршрута. Извиняюсь, сделаем тифон на станциях. Поняли? Чтобы пассажиры отошли за отградительную линию. Даю вам разрешение не ехать, не больше 70 км в час. Thank you.
Ноль. Кран на второе положение. Будьте по команде отправляться, идёшь шестой. Сейчас определим, какой канал. Вы будете останавливаться до светофора, где уже ведет канал. То есть это уже, по сути, маневровый светофор. Даже если он разрешительный, остановимся обязательно. Для шестой машины убран, можете отправляться. Но не забываем, что соблюдаем скорость. Но если по путям в депо, то да, а так вы можете двигаться сейчас более 40 км в час. Лучше подайте ход, потому что у вас стоп. Потому что вы буксируете состав, поэтому вам нужно чуть побольше дать ходу, чтобы не скатились вниз. Подождите. Короче, будете езжать до светофора М4. Давайте. Потому что вы буксируете состав. То нужно больше ходу дать. Тормозим. Кран, у вас вы едете назад. Забываем кран применять. Сейчас посмотрим, куда у вас можно. Можно, в принципе, сейчас посмотрим. Но игру другой выезжай. Сейчас посмотрим на маршрут. Но он выезжал уже сейчас. Что у вас там?
Ебать, красота. Сейчас. Позов. Все уже. Давайте. Так, 96-й маршрут собран. Будете отправляться не более 20 км в час. Ну, даже 15. Желательно побольше. Так как у вас буксиров, еще раз говорю. Не понял. Подождите-ка. Я же стойте. Это кто открыл кран? Кто это? Давление падает? Подождите-ка. Не падает. Ага, сейчас посмотрим. Подождите-ка. Я же стой. Может, не пока не езжайте. Аня. Я ничего не трогал. Ага, я понял. Сейчас, подождите. А, не что, отправляйтесь. Если что, не устанавливайся. Так, 96-й. Не останавливаемся. У знака разгоняемся по максимально 15 метров в час. Так как у нас на дополнительных пусках не будет контактного рейса. Ёж, стой, применяйте пневматикой именно, а не электрическим, так как у вас нету больше схемы на тормоз. Все, в принципе, завершился. Не, вопрос. Да, я все это сфоткать.
Ну, давайте фоткать, что у вас там. Спел. Или фоткать там состав ткать. Я открыл, у меня дверь в кабину открыта, это я открыл. Я вышел. Я еще когда мы останавливались, там... Дверь в кабину. Короче, когда вы остановились, только открыл по кабинке, я смотрел. Это было очень красиво. Так. У меня же максимум 5 вагонов. Это лагерь. Через измеритель. Ну что, так как это завершилось успешно, могу сделать немножко пару трюков. Хотите? Давай. Сделал, блядь. Не. Вот так лучше. Да, стоп. Вот так лучше. Фокусировать состав. Заниженный. Ну куда вы удалили? Ну все уже, как говорится. Спасибо тебе, админ. Это было прикольно. Так вот стоять и буксировать. Ну вот теперь будете знать, как правильно буксировать. Да, а напоминаю, и... что... смотрите, буксировать только с разрешением админа на сервере. Подожди, он у меня вопрос по поводу дэшки. Дэшка же единственный поиск, который без этого, без RLS. Нет, есть и Ешка. Ешка тоже без системы RSLS. А, вот, понять, что ее можно спавнить. А, ну, смотрите, если на перегонах на карте есть светофоры, значит тут система 1.6. Даже можете спросить у игроков, они вам скажут, что тут линия 1.6, поэтому, как говорится, дэшку можно спавнить. Ну, или ешку. А вот, которая сейчас на карте играем, это, например, Калиновка, там Некрасовка, там другие боли, где система RSLS 2.6, то не спавним дэшку. Понятно. Не спавним. А... Фигово, карта, блядь. Да, не смогу покататься на дэшке. Тут проблема в том, что чтобы покататься на дэшке 2.6, это надо включать резервные огни светофора, но точнее резервную автоблокировку светофора. Но так как только ДЦХ, вы что делаете? Да, короче, 2.6 на линии 2.6. Можете даже спросить, типа, вот эта карта там линия 2.6. Вам игроки должны сказать, что да, типа, вот, или нет. Если это... Короче, можете у игроков там поспрашивать.
Я знаю, что на Некрасовке, на Калиновке, там еще, по-моему, на какой-то это линии 2.6. Ну или, блин, ну, там это АС. Подождите, а Метромарт, там Калужско-Рижская линия, там уже 1.6. Минск. Ну, Минск, Минск не ставит. Ну, какое-то соотношение. То есть больше кажется 2.6. А, что еще раз? Ну, больше всего карт 2.6 тут. Ну, больше всего карт 2.6, да. Там в последнее время нам ставят Некрасовку, как вы можете заметить, там 15-е, ну, вы там, наверное, знаете, московский метрополитен, там Некрасовка и это. И там система 2.6. Мне кажется, поэтому не спавним тышку. Это две станции от моей. Реально... Но, к сожалению, я не могу ответить на данный вопрос. Это надо обращаться к Кириллу. Под ником Гудин. В Дискорд-сервере он есть, можете к нему обратиться за данным вопросом. Я просто посмотреть. Ехать, просто посмотреть. Вот и... Да, просто посмотреть. И посмотреть, но я не рекомендую еще раз. Я не ездил, а я посмотрю. Так. Ну, посмотреть, да, посмотреть вы можете. А, один вагон нельзя заспавнить. Только минимум два можно. Ну, а что вы хотите сделать? То, что вот этот через одновагонник, вот этот спавнить, сразу говорю, этот баг прикрыли. То есть, если мы увидим, что этот баг используется, мы как бы уже наказываем за это. Спавн на новый вагон, через Тулган, это уже, по сути, наказываем. Расцепили по-любому. Подождите, сейчас попробую заспавнить. Да пофиг, подождите, у меня есть идея. Вот так вот катает. Все, теперь один вагон. И тебя такой просто выход в туннель сразу, до самоубийц, блять. Куда физганом ходить? Ну, разрешаю. Ай, Вася, ты че трогаешь мой состав? Thank you.
Подождите, подождите. Опа, раз, два, все, готово. Подождите, подождите, стойте. Нет, их не разъедите. Все, достаточно этого трешака, все. Все, больше не делаем так. Стойте, там, Костя, давайте-ка сейчас я протестирую, я даже первый раз сейчас буду это. Да. Так, Костя, все, прекращайте неправильно ставить составы. Все равно. Лучше такая, типа, перегоночка. Да. Пропишу бан за это. За такой чудо-баг. Ну, нежелательно. Ну, в принципе, сам-то нежелательно всю эту фигню спавнить, поэтому вот так вот.
Ну, через PageUp изменение. Ну, говорю, на клавишу PageUp. Осторожно, если что, собрал маршрут. Да подожди, маршрут собрал. Куда? Ну куда вы на тупике заспаунили? Мне там... Костя, пожалуйста, не трогайте состав физганом, пожалуйста. Вас... Я не вижу, что у вас что-то сходило. Ну как? Ты тут? Слышь, Кость. Ни арту не меняет. Как?
Не нажимайте. Мне весь воздух спустился. Здрасте, здрасте. Ну, проходи. Ты не удала. Рано. Прилег поспать. А этот остался в поезде дальнего. Что?
Ну что вы делаете? Вы зачем трогаетесь хиганом? Thank you.